Минфин России предлагает с 1 октября 2013 года начать оптимизацию численности государственных служащих и служащих учреждений бюджетной сферы, а с 1 сентября 2014 года уточнить подходы к повышению зарплат бюджетников. Такие предложения в рамках мер по ускорению темпов экономического роста министерство внесло в правительство, сообщает Интерфакс. В документе не уточняется, насколько предлагается оптимизировать численность бюджетников и госслужащих, но предлагается провести анализ эффективности деятельности бюджетных организаций, после чего сохранить только те из них, которые предоставляют государственные услуги.